Дорогие братья и сестры, поздравляю всех вас с великим и светлым праздником Рождества Христова и Новолетия. Сегодня мы празднуем радостное событие, в корне переменившее весь ход человеческой истории. Как и 20 веков назад, Вифлеемская звезда, озарявшая путь богоискателям-волхвам, сегодня приводит и нас с вами под своды святых храмов, чтобы торжественно поклониться Богомладенцу Христу. Господь отныне не где-то в неприступных небесах, а здесь, среди нас. С рождением Христа Спасителя падает преграда, разлучавшая нас с Богом. Уходящий год был особенным. Весь православный мир отмечал тысячелетие блаженной кончины святого равноапостола великого князя Владимира, которому мы обязаны выбором православной веры, определивший весь ход развития для всех братских народов исторической Руси. В Новороссийской епархии также произошел ряд знаменательных событий. В кафедральных городах Новороссийске и Геленджике начались масштабные работы по строительству двух кафедральных соборов в честь святителя Николая Чудотворца и святого апостола Андрея Первозванного. Милостью Божией продолжается процесс выделения земельных участков для строительства новых храмов в пределах Новороссийской епархии. Процесс, который не ограничивается лишь постройкой здания, храма, будь то или воскресной школы, но и сопровождается формированием приходской общины, потому что общая молитва, участие в таинствах и дела милосердия – главные составляющие в жизни каждой приходской общины. Еще раз поздравляю вас, дорогие братья и сестры, с великим и радостным праздником Рождества Христова и новым 2016 годом. Желаю, чтобы радость этого праздника укрепляла и вдохновляла нас на совершение добрых дел, давала нам мужество и твердость посреди бушующих волн житейского моря хранить выдержку и спокойствие, противостоять соблазнам и искушениям. Будем усердно просить родившегося Богомладенца Христа даровать нам мир общественный, мир семейный и, конечно же, мир душевный, здравие и непрестанной помощи свыше для дел милосердия и любви. С праздником!